Немецкие пенсионеры в числе самых обеспеченных. Мы расскажем, в чем секрет. Что скрывает берлинское метро? Неожиданная находка удивила даже видавших виды работников подземки. Машина, костюм и часы, как у Бонда. На аукционе можно будет приобрести то, что раньше видели только в кино. Работа для женщин. Мы выяснили, в какой стране женщинам комфортнее всего и на каком месте Германия. Сегодня день больших встреч для Берлина. Движение в городе будет ограничено из-за огромного количества гостей самого высокого ранга. Хотя решать с канцлером будут не немецкие проблемы, а скорее внешнеполитические интересы Германии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сегодня встретится с Ангелой Меркель. Ранее он также встречался с американскими коллегами. Таким образом, сегодня в Берлине соберутся сразу несколько одиозных политиков с самыми разными взглядами. Полиция не исключает акции протеста, хулиганских выходов и даже нападений, и поэтому предприняла повышенные меры безопасности. ЕС может увеличиться еще на одну страну. Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз. Об этом говорится в совместном заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Йоханнеса Ханна. В заявлении Могерини говорится, что это важный шаг на пути Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Но все же этот шаг лишь начало долгого пути. В то же время многие европейские эксперты скептически встретили заявление властей Боснии и Герцеговины. Многие сомневаются, что страна политически и экономически готова к вступлению в Евросоюз. Еврокомиссар Хан считает, что вступление страны в ЕС не произойдет через несколько месяцев или даже несколько лет. Напомним, что в 2008 году Босния и Герцеговина подписала договор о более тесных отношениях с ЕС. Однако документ не был ратифицирован до июня 2015 года, пока Германия и Франция не выступили с новой инициативой стимулирования экономического развития страны. Эксперты считают, что Босния и Герцеговина присоединится к Евросоюзу не ранее 2026 года. Недвижимость в Германии за прошлый год подорожала. Хорошие доходы и занятость населения спровоцировали рост цен на 6%. Свое влияние также оказывают и недорогие кредиты на покупку жилья. Так, цены на квартиры возросли на 6,5%. Секционные и частные дома на 5%. Однако эксперты полагают, что рынок недвижимости переоценен. И дальнейшее подорожание сомнительно. В последнее время специалисты отмечают, что в ФРГ строится недостаточно недвижимости. По некоторым оценкам, не хватает около 800 тысяч квартир. При этом приток беженцев в страну должен повысить цены еще сильнее. По словам экспертов, если не решить проблему мигрантов, то в ближайшие два года цены на покупку и аренду жилья могут снова вырасти. Болгария заняла первое место в ЕС по уровню бедности и социальной изоляции среди пожилых людей. По данным статистической службы Евросоюза, 51% граждан страны в возрасте старше 65 столкнулся с серьезными материальными трудностями. 28% болгарских пенсионеров живут в бедности, 1/10 часть в условиях крайней нищеты. При этом средняя пенсия составляет 320 лева в месяц, это около 160 евро. Около четверти пенсии едва достигают 100 евро, а минимальная пенсия – 80 евро. В то же время, по данным экспертов ООН, Германия по уровню жизни пенсионера уступает немного только лидерам мирового рейтинга – скандинавам, шведам и норвежцам. Причина столь успешной пенсионной политики – простая идея, предложенная еще в XIX веке самим Отто фон Бисмарком. Работающие граждане содержат пенсионера, отчисляя определенную часть своих заработков в пенсионный фонд государства. Деньги распределяются и сразу же передаются пенсионерам. Всего же сегодня в Германии два вида пенсионного обеспечения – государственное и частное. Первое обязательно для людей с доходами не более 3900 евро в месяц, таких большинство. Второе – добровольное. Те, кто зарабатывает больше, часто просто обращаются к частным пенсионным фондам. Сотрудники берлинского метрополитена нашли в одном из заброшенных туннелей подземки полностью укомплектованные апартаменты. Организованное неизвестными пространство выглядит готовым к заселению. Стены обклеены обоями и даже украшены картинами. В импровизированной квартире есть кровать, телевизор, кресло, комод и пальма в бочке. Электричество неизвестные получали, подключившись к кабельным сетям, что обеспечивает напряжением станции метро поблизости.
Поначалу, когда сотрудники метро нашли это жилье, они подумали, что там снимают фильм. Но эта версия не подтвердилась. А представитель пресс-службы железнодорожников вообще заявил, что это похоже на шутку самих работников метрополитена, потому что невозможно было бы принести всю эту мебель в обход системы безопасности подземки. Поэтому необычную квартиру попросту разобрали. В Объединенных Арабских Эмиратах появилось два новых министра – толерантности и счастья. Оба поста занимают женщины. Премьер-министр ОАЭ назначил Любну Бент Халид Аль-Касими министром толерантности. Карьерным ростом это не назовешь, так как с 2004 года она занимала пост министра внешней торговли. В то же время руководитель канцелярии премьер-министра, тоже женщина, Ахуд Аль-Руми, станет министром счастья. Анонсируя появление новых постов, премьер поясняет, что толерантность является одной из базовых ценностей ОАЭ. Он заявил, что счастье не должно быть просто желанием. Поставив его как цель, следует разрабатывать соответствующие проекты на государственном уровне. В рейтинге самых счастливых стран за 2015 год Арабские Эмираты заняли 20 место. Первые пятерки – Швейцария, Исландия, Дания, Норвегия и Канада. Германия заняла 26 место. Если вы когда-либо хотели жить как секретный агент Джеймс Бонд, вот ваш шанс. В этом месяце аукционный дом Кристис продаст вещи, которые использовал британский шпион Джеймс Бонд в последнем фильме «Спектр». Среди самых дорогих и важных Бонду вещей на лот выставили костюм марки Tom Ford, наручные часы Omega и очень редкостную спортивную машину марки Aston Martin DB10. Специально для фильма про Бонда сделали 10 таких Aston Martin'ов. 8 из них использовали во время съемок, впоследствии их уничтожили. Оставшиеся две машины красовались во время премьер «Бондианы». И сейчас компания впервые решила продать одну из двух Aston Martin публично. Исполнитель главной роли, актер Дэниел Крейг, также оставил на машине свой автограф. Ее собираются продать за более чем 2 миллиона долларов. Автомобиль является частью его рабочего оборудования. Начиная с фильма «Goldfinger», Aston Martin традиционно воплощает характер героя. Это своего рода его автомобильный близнец, если угодно. Так что машина очень особенная. Помимо этого, в продажу пойдут часы марки Omega, которые носил сам Крейг во время съемок. Ожидается, что они принесут еще около 29 тысяч долларов. Костюм, который тоже носил британский шпион, собираются продать за 43 тысячи долларов. А минимальная стоимость шейкера и пары стаканов для мартини будут стоить фанатам около 4 тысяч. Начиная с этой недели, в интернет-аукционе всего продадут 14 мелких предметов. Самые ценные лоты смогут приобрести непосредственно на самом аукционе. Вход туда строго по приглашениям. Вырученные деньги пойдут на благотворительность. В этом году церемония наград Британской академии кино и телевизионных искусств была посвящена Дню всех влюбленных. Поэтому в честь Дня Святого Валентина ведущий Стивен Фрай черпал вдохновение в традиционной для Америки камере поцелуев. Чаще всего ее используют во время крупных спортивных событий. На экране появляются контуры сердца, и пара людей, которые в них попадают, должны поцеловаться. Таким образом, зрителям больше всего запомнился поцелуй актеров Джулианы Мур с Брайаном Крэнстоном, а также победителем в категории «Лучший актер» Лео Ди Каприо с британской актрисой Мэгги Смит. Также во время празднования вспомнили и о недавнем протесте в связи с отсутствием расового разнообразия среди оскаровских номинантов в основной категории, которая продолжается второй год подряд. Комедийная австралийская актриса Ребел Уилсон высмеяла эту тему перед тем, как представить награду в номинации «Лучший актер второго плана». «Меня никогда не приглашали на Оскар, потому что, как вы знаете, они расисты. Но в Бафте есть разные участники. Это то, что мы хотим видеть в жизни, не так ли?» Британская церемония наград является последним крупным событием перед Оскаром в Соединенных Штатах. В этом году золотые статуэтки будут раздавать 28 февраля в Лос-Анджелесе. Названы страны, в которых женщинам работать лучше всего. Самого высокого показателя равенства полов достигла Финляндия. Она является наиболее оптимальной страной для работающих женщин. Также хорошо трудится представительницам лучшей половины человечества в соседних Норвегии и Швеции. Финляндия и Швеция получили высшие баллы по таким категориям, как количество женщин с высшим образованием и процент женщин в парламенте. Замыкают список Турция, Япония и Южная Корея. В Турции участие женщин в рынке труда оказалось минимальным среди всех стран Организации экономического сотрудничества и развития. Япония стала аутсайдером по количеству женщин в парламенте, а в Южной Корее самый большой разрыв в зарплатах между мужчинами и женщинами. Германия расположилась в этом рейтинге посередине между Словакией и Австралией.
Согласно статистике Всемирного экономического форума, разница в заработках между мужчинами и женщинами в последние десятилетия постепенно стиралась. С 2006 года на мировой рынок труда пришли около 250 миллиардов женщин. Также за этот период во множестве стран значительно выросло количество женщин-политиков.